Мы находимся в Алуште. Мы проехали со стороны Алушты, поселок Солнечногорск. Это мы находимся на его окраине. Вот пляж, выход к пляжу. Ну, пляж практически небольшая черта, маленькая береговая полоса. И там у нас камни. Сейчас мы поедем к этой церкви.
Мы находимся в Малореченском, на окраине поселка. Если не ошибаюсь, то это храм святителя Николая. Сейчас посмотрим. Мы приехали в населенный пункт Рыбачий.
Не на пляже. А тут на горе какая-то крепость. Пляж как в Любимовке, широкий. Камушки и песок. Вот они. Камушки видела. И песок. Но у нас песок желтый, а здесь какой-то черный песок. Конечно, это дикий пляж. Тут ничего нету. Ни домов, ни строений. Пансионат какой-то, вот видно было, да, так да. Заржавело все уже, да. Сход, все. Забор заржавел весь, да, полностью, да. Все. Давно вот сейчас заброшено, да. Дорога к нему была видна. Ну, Москва, видишь. Это, наверное, действующий. Да, пансионат будет там русском, да. Сейчас посмотрим, написано должно быть. Река Ворон. Нужно будет указать, что за пацана забрала. Ну-ка, давай смотрим, читай название. Читай справа, вверху. Пансионат «Солнечный камень». «Солнечный камень» пансионат. Ну, это пансионат, да. Ну, комнатные номера, но это чисто море. Вот отдых на море. Да. Морское. А, морское. Ух, какая гора красивая, смотри, впереди. Что это за сольный пункт такой, смотри, внизу? Наверное, судак. Блин. Это не судак, Лёд, не судак, нет.
Я не могу не заснять, смотри, какой он. Так, вон церковь там есть тоже. Так, вот это что, туда снимать пойду, вон туда пойду снимать. Спокойно. Какой красивый куст можжевельника. Растет не вверх, а расползается в разные стороны. Никого нету. Никого, поехали. Что на поселок, смотрела по карте? Ничего нету. Ну по нашему этому. Не показывай. По нашему этому. А, нет, поэтому я не смотрю. Ну, вообще, что это... Значит, смотри, маленькое село, и церковь есть, и мечеть есть. Вот левее, смотри, церковь стоит, вот, видишь? А там справей дальше минарет. Так они рядом. Ну не совсем рядом. А, вот, блин, да. Минарет видела, да? Да. А где-то будет обозначение съезд. Сейчас будет, конечно. Это они сейчас снимают. Площадки какой, видишь, я там снимал. Ну ладно, там тоже. Одинаково там тоже. Ну, сейчас я гляну, что тут закончилось. Вот, да, Лужта 69 написано. Наш скоро будет наш судак. Веселая. Здесь аэродром должен быть веселым. Подожди, где аэродром-то? Я думаю, вряд ли это не то веселое. Вон может, как береговое. Береговое. Под Ялта береговое. И мы будем проезжать береговое вот там. Ну, да. Смотрю, мы... Я думаю, я больше где-то проезжали. Веселый аэродром должен быть. А здесь нет аэродрома. Веселое. Это не то веселое. Наверное, не то веселое. Наверное, это грустное веселое, наверное. Веселом Барарадру, он только не в этом веселом, значит. А мы идем сюда. Вот какая Сиповская машина? Сиповская бухта. А вот где, я бы знает. Ментовская или пожарная. Ну, они будут быстро ехать. Где мигалка стоит? Специально пожарная машина. Вот сюда вот там пляж, там был Сиповский пляж. Веселовская бухта. Веселовская, да. Веселая закончилась, веселая.
Сейчас будем смотреть, где это находится. К ней есть там подъезд, я смотрел по интернету. К ней есть подъезд. Светляковки. Да не надо никакой права, нигде ничего не указывает, а ты смотри, начинаешь это. По сторонам смотри. Внимательно смотри. Ты будешь возвращаться, ты будешь возвращаться. Был бы вон сразу указатель. Вот сейчас и посмотрим. Центр, аквапарк, Новый Свет, право, она. Я то есть это, ну спроси у мужика. О, сюда встать. Ну да. Пойди, покажу, пока он не уехал. О, вон написано. Где? Исторический музей и Судакская крепость. Никуда вправо. Через 3,7 километра. Да, ну-ка сейчас смотрим, давай. Я же говорила, на коричневом будет. Так. Через 3 километра исторический музей, через 3,7 Судакская крепость, ага. Да? Вправо, да. А там еще тогда раз здесь поворачивать, надо сюда вот поворачивать, вправо. Через 3,7. Повернуть направо и будет 3,7 километров, наверное, будет. Центр, гостиница. Так что едем сюда, да? Там разберемся. Через 3 километра будет этот самый музей. А, я думал поворот через 3 километра. Нет, нет. А 3,7. Вот что они так тихо едут? Потому что вот это вот лежат. Полицейский лежащий лежит. Ух ты какой. Хочу, говорит, и я. Даже сегодня не будем спешить. Нет, мы тихо, мы же ищем. У нас плановое мероприятие сегодня. Через 3 километра в исторический музей, а 3,7. Так, куда нам ехать? Кто его знает. Спроси мужика. Вот, где-то. Молодой человек, вы не подскажете крепость куда? Направо. Направо, спасибо. Красный. А, я вижу. Направо. Спасибо. Ждем. Ага. А есть там право, да? Да. Стрелка. Да, а вот же нарисовано. Я ж не видел. А, мы тоже, да. Там на фоне деревьев не заметил.
Включила в крепость, то будет желание в исторический музей зайдем. Не люблю я исторические музеи, тут всякие. Смотри, видишь? Иди, есть. Кто это стоит? Не знаю. Кто это стоит, скажи, спроси. Святитель Николай. Вот. Ты, ё-моё. Так, новый свет, костра, так. Там прямо. Прямо, значит, прямо. Прямо сказал, прямо, едь прямо. Да, она едет. Так. Да. Управление моим свет. Да. А, вон она. Вон она, крепость, я уже вижу. Уже вижу крепость. Так. Здесь, а это прямо. На обратном пути. Так, хорошо. Крепость. Прямо было нарисовано. Крепость прямо, да, была? Да, прямо. Да? Да, да. Наверное, туда никто не ездит, такая дорога. Ездит. Это на Новый Свет дорога, они ремонтируют сейчас. Из крепости был нарисован тогда. Ты смотрел по карте? О, красиво, конечно. Подъезд был крепости. Вот они, ворота. Ворота подъезд тут. Там что-то. О, какое. Вообще посмотрим, где там можно. Так нет, там, наверное, же есть где останавливаться. Это платформа. Да, обязательно будет парковка. Вот она говорит, да. Ну, вот там и столовая, все. Где-то видно будет. Вот она, вход нет. Сувениры. Вот, Коля, вот. Вот сейчас будет где-то там вход. А вот вход был, ехать бы, съехать бы, туда там съехать. Вот, наверное, аж где. Есть. Думаю, здесь въезд. Думаю, что здесь. Здесь, да? Да. Давайте развернемся здесь. Спросим, это рынок. 1:50 рублей. Так, а где крепость столовая? Дмитровная. Сейчас. Спроси, а крепость не подъехать где? Спроси вот у меня. Столовая, спроси здесь. Вот. Так а где вход в крепость? А, заплати, конечно, дай человеку денежку.